Полуфинальная серия Кубка Стэнли стартовала с матча Tampa Bay Lightning против Нью-Йорк Рейнджерс. Главные звезды плей-офф обеих команд – российские голкиперы. Уроженец Тюмени Андрей Василевский – гений Тампы, а Игорь Шестеркин – надежда Рейнджерс. Их первая дуэль осталась за вратарем из Нью-Йорка. Шестеркин отразил 37 из 39 бросков, а его партнеры забросили Василевскому 6 раз. И это неожиданность. Тампа до этого в сухую разобрала очень сильную Флориду 4-0 в серии и уделила восстановлению сил гораздо больше времени. А Рейнджерс провели две подряд 7-матчевые серии, а Каролину в четвертьфинале дожали всего пару дней назад. Вероятно, именно постоянное нахождение в тонусе помогло команде Нью-Йорка. 6-2 – это было неожиданно, но чемпионы НХЛ двух последних лет из Тампы выводы, несомненно, сделают. Серия продолжится 4 июня.